Итак, мотор. Как это назови? Так, так. Ну, говори. Привычка является психофизическим явлением петли времени. Как тут дежавю? Явление, еще не настав настоящим, уже является прошлым. Или переходит в прошлое. То есть прошлое и настоящее в одно время здесь и сейчас. И оно является явлением, то есть причиной физических, природы физики в целом, как следствие. Разумеете?